Синтетическую кожу для обувной промышленности начал выпускать завод пластмассы города Котовска Тамбовской области. Новый материал создается путем соединения полипропилена и лавсана с последующей многооперационной обработкой полученной основы. Какой будет обувь, пошитая из синтетической кожи? Прежде всего мягкой, легкой, защищенной от воздействия воды, хорошо сохраняющей форму. Освоив технологию, коллектив перешел к валовому выпуску продукции и обязался ко дню открытия 26-го съезда КПСС дать обувной промышленности 500 тысяч квадратных метров нового сырья.